Привет! Сегодня я снимаю видео «Миссия 100% cruelty free». Это такой проект, в котором я буду вам показывать, насколько быстро заканчиваются продукты, которые тестируются на животных. Итак, во-первых, у меня в этом проекте вот такая пудра от Rimmel. Как видите, здесь уже немножко стерлась надпись. В ней я хочу хотя бы добраться до дна, до конца года, потому что я уже работаю над двумя пудрами, которые я хочу закончить полностью. Так что в этой пудре только такая цель. Дальше у меня есть вот такая помада от Maybelline в оттенке Tantalizing Taupe. Ее, как видите, здесь еще очень много. Я думаю ее закончить хотя бы наполовину, для того, чтобы, скажем так, поскольку у меня уже много помад в разных проектах, это будет, скажем так, используемо, но не настолько часто, как хотелось бы, наверное. Дальше у меня есть вот такая, вот она посвочена сверху, кстати. И то, что на моих губах, это тоже Maybelline Tantalizing Taupe. Дальше у меня есть вот такая помада от Clinique, которая уже закончилась, и я выковырила из нее полностью все и расправила вот в такую упаковочку от NYX. Это такой оттенок, называется Blushing Nude, который мне очень нравился и который, как бы, мои губы только лучше. И я нашла дюб на него в своей коллекции. Я вам оставлю ссылочку на видео в описании, как я искала дюб на этот оттенок. В общем, мой самый любимый оттенок помады, но, к сожалению, он тестируется на животных, поэтому пришлось искать дюб. Также есть вот такая помада от Sephora, поскольку Sephora продает в Китае, она тоже не cruelty free. Это оттенок LUD, и он тоже такой оттенок, мои губы только лучше, только этот уходит в коричневый цвет, а этот уходит больше в такой красный цвет. Но они оба очень красивые, и вот этот LUD также имеет немножко шиммера в нем, как видите. Или не видите. Также последний продукт в моем проекте — это вот такая палетка от Maybelline Rock Nudes. В ней я хочу добраться до дна еще в 5 оттенках, кроме вот этих двух, на которых уже есть донышко. Как видите, я люблю сейчас луки Бриджит Бардо. У меня челочка, как у Бриджит Бардо. В общем, я буду ее носить, эту палетку, несмотря на свой проект использовать палетку. И надеюсь добиться до дна в 5 оттенках. Вот такой проект. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что получится увидеть какой-то прогресс в следующем месяце. И всем пока-пока!